В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить картофельную запеканку с фаршем. Блюдо по этому рецепту получается аппетитным, сочным и изумительно вкусным. Готовится очень просто, и оно хорошо тем, что в нем сразу же сочетается и гарнир, и мясо. Нам понадобится 700 грамм фарша. Его нужно посолить, поперчить. Добавляем копченую паприку, мясную приправу, репчатый лук и хорошо все вымешиваем. Далее натираем на крупной терке 1 килограмм картофеля. Дно формы смазываем подсолнечным маслом. Размер моей формы 25 на 35 сантиметров. И выкладываем первый слой натертого картофеля. Его нужно посолить. Далее выкладываем слой фарша, разравниваем и сверху смазываем сметаной. Потом снова выкладываем слой картофеля. Далее слой фарша и тоже смазываем сметаной. И еще один слой картофеля. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку до 190 градусов Цельсия на 1 час. Тем временем натираем на терке плавленый сырок и копченый колбасный сыр. Спустя 1 час вынимаем запеканку, снимаем фольгу и посыпаем сыром. И еще раз ставим в духовку на 10-15 минут. Есть еще один способ. Это смешать сыр со сметаной. Так он будет нежнее, но с привкусом. И пробуйте добавлять дополнительные ингредиенты, чтобы найти свою идеальную картофельную запеканку. В фантазии вас никто не ограничивает. Чтобы хорошо нарезать запеканку на порции, ей нужно дать остыть после запекания. Если вы никогда не готовили картофельную запеканку, то сейчас самое время попробовать. Желаю всем приятного аппетита!